Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас еще один заказ по второму каталогу Фаберлик на 50 баллов. Но вот такая маленькая коробочка. Представляете, на 50 баллов. Впервые у меня на 50 баллов такая малюсечка. Много интересного. Давайте распаковывать. Первое, что хочу распаковать, это вот такой маленький пакетик. Мне теперь, как VIP-консультанту, доступные с этого каталога стали... VIP-аксессуары, что скажем так, бизнес-аксессуары Фаберлик. Я хотела взять подставку, как она правильно называется, органайзер. Там все, правда, в красном цвете, ни туда, ни сюда. Вот лучше бы делали либо разные цвета, либо какие-то нейтральные, да, потому что, ну, красный. Не всем он подойдет, допустим, для дома, как аксессуар. Но я хотела ее взять, а вот эти аксессуары в заказ баллов не дают. Как бы, они там есть не дешевые, но есть и дешевые. И на следующий день мне написали, что этой подставки нет на складе. Я хотела туда тетрадик Ксюшины ставить, но она такая достаточно удобная показалась мне, органайзер. И взяла блокнот, что-то, девчонки, 57 рублей, что-то 58. Вот. Вот такой вот блокнотик формата А5. Ну, пригодится. Просто так взяла, вот лишь бы побаловаться. Ручка у меня уже есть, ежедневник у меня есть, мне директор мой дарила, да. Вот. А вот этого нет. А так больше там ничего интересного нет, если честно. Вот выпустили что-нибудь поинтереснее бы на самом деле. Так, артикул 786-35, но он доступен к заказу только VIP-консультантам с какого-то там периода. Вот артикул, кстати, сзади нарисован. Блокнот в клеточку, вот такой обычный. Здесь у нас с вами клеточка, внизу написано faberlic.com. И с обратной стороны лист просто белый. Ну, 58 рублей. Ну, может, что-нибудь писать в нем буду. Удобно листы отрывается. С другой стороны он просто белый, то есть с передней стороны в клетку, тут просто белый. Вот как бы все. Теперь будем открывать вместе коробку с вами. И смотреть, что же у нас там интереснее. И мне, кстати, с этого каталога тоже после какого-то периода почему-то это начинается, стали доступны новинки следующего, то есть третьего каталога, да? Но у меня из новинок третьего каталога был только парфюм. Ни палеток вот это вот ничего не было. Наверное, тоже с какого-то периода. Не помню. Я давно не была VIP-консультантом, я как-то одно время тоже делала 100 баллов, а потом перестала, и поэтому вот только парфюм. Я бы с удовольствием вам пораньше взяла и новинки третьего каталога, мы с вами вместе потестировали. Так, у нас здесь еще фактура, вот так у нас все упаковано здесь, и поехали. Ну вот первое, что лежит, это бюстик, еще один бюстик заказала, Флоранж, и на этот раз взяла 90C, да, потому что предыдущий сиреневый, который мы с вами мерили, он вроде по объему хорошо, 85C он был по объему. Чуть-чуть большеват оказался в чашечках, но это все от модели зависит на самом деле, потому что некоторые 85C мне велики, некоторые малы. В общем, тут не угадаешь, особенно если белье Фаберлик и Флоранж, они вообще разнятся, потому что у нас есть 5 фаберликовское белье, а есть и Флоранж. Я взяла Флоранж 90C теперь. То есть он мне нормально, тот бюстгальтер, да, но я его чувствую. Я люблю, ну, чтобы белье было невесомое, да, не чувствовала. То есть немножко все-таки поддавливает. Вот посмотрим этот. Особая поддержка, называется он Джинтейр, девчонки, вот название бюстика. И артикул его 503037, разработано в Швейцарии. Открываем, смотрим. Пакет такой подвижный. Будто не один возврат уже пережил. Это черный бюстик. Вот так он выглядит. Опять чашечка здоровая. Мне кажется, велика мне будет чашка. Посмотрим. Вот как он выглядит. Черный всегда блекут. Здесь нет никакого поролона. Отнюдь вообще. Спереди у нас с вами бантик и такая тоже штучка красивая. Стразик приклеен к ней. Бантик ее закрывает. Вот, да? Широкие бретельки беру, потому что люблю. Мне нравится, когда... И здесь опять атласная лента. Такая же, как вот на всех практически... Вот на мне сейчас тоже бюстик черный. Флоранж, и тут тоже такая атласная лента. И на том сиреневом она тоже атласная лента. Я не могу сказать, что это плохо. Она, в принципе, к телу приятная, тактильно приятная. Ну, не знаю, я бы лучше выбрала здесь просто широкую бретельку. Не знаю. Как всегда, вот тут вот сбоку написано Флоранж. Застежки, как бы все нормально. Давайте попробуем. Мы с вами в тот раз попробовали. Мне сказали, смело, ну, смело, что я же не раздеваюсь тут перед камерой. И не это самое. И не голая мере, да? Вы хотя бы зато будете представлять, как смотрится тот или иной бюстгальтер. Этикетка мешается. Да нет, в принципе, нет. Не должна быть велика. Но я опять не скажу, что он не совсем свободен. Я имею в виду по объему, да? Так, нормально вам видно, девчонки? Лифчик. Бюстгальтер. Внизу красиво сделан. И такая сеточка тоже красивая. Красиво будет смотреть. Кажется, что чашечка велика, вот когда в руках держишь, да? А вот по косточкам смотришь, прям вот самое то. И вот этот момент, мне нравится их бюстгальтер, именно особая поддержка, да? Вот плохо, камера всегда черный бликует, и вы не можете рассмотреть его. Как он вообще выглядит и смотрится, да?
Мне кажется, красиво. Красиво будет, очень красиво. И внизу красиво сделал, и вверху красиво сделал. Особая поддержка, вообще-то большую грудь рассчитана, она у меня небольшая, да? Но особая поддержка, они как-то вот сидят лучше. Мне нравится вот эта сеточка вверху. Ну, в общем, ничего такое, да? Поносим. Как он выглядит изнутри? Изнутри вот как бы. Здесь просто ткань, никакого поролона внутри нет. И вставить-ка его, ну, кому вот нужно, тоже возможности нет никакой. И сверху кружево, да? И снаружи вот так. Да? Ну, симпатичненький. Здесь тоже все полупрозрачное такое, сеточка. Так, ладно, поехали дальше. Дальше я взяла вот такую рукавичку из серии Биомика. У меня она уже есть, я ее умываюсь, и я ее взяла для Крестюши, потому что она безумно мягкая, безумно. Вот сколько я ей уже умываюсь, с ней ничего абсолютно не случилось, и она все такая же мягкая и приятная тактильно. У меня есть детская рукавичка, которую я мою Крестюши, она уже какая-то жесткая стала после третьего, наверное, использования, и гадость. Так, здесь у нас 80, конечно, процентов полиэстер, понятно, что это не хлопок, 20 полиамид, но тем не менее, она мягенькая и ей приятно. Очень надеваем на ручку, как бы умываемся. Артикул 910-201. Она стоит, девчонки, бюджетно. Вот кто не пробовал, очень рекомендую маски смывать, какие-то косметические средства с лица, да и вообще просто умываться с молочком, там, с гелем, еще с чем-то. Очень ей приятно. Хорошая рукавичка, люблю. Она безумно-безумно мягенькая, прям мягенькая-мягенькая, прям полиэстер-полиэстер. Тут такая этикеточка Faberlic Биомика, да, и ее можно вешать, это удобно. Она маленькая, компактная, изнутри абсолютно такая же, как снаружи, поэтому никаких ни нареканий нет, пользуюсь с удовольствием. Вот размеры, если ее, вот как они, для лица вполне себе, ну и Крестюшку мне умывать, там как бы мыть тоже ей будет очень удобно. Очень-очень мягенькая. Так, дальше Ксюша взяла вот такую мочалку, потому что у нее сиреневая уже, наверное, 4 месяца как, и она измылилась, там маленькие они совсем, надо обновить. Мы с бананом не брали, потому что мне не нравится, но вдруг Ксюше понравится. Мне нравится больше лаймовый сорбет, ну и на худой конец черничный капкейк. А банановый мусс я не очень заценила по аромату. 910-112 артикул этой мочалки. И у нас только первая, кстати, зеленая развязывалась, остальные потом больше не развязывались, сколько мы не брали, поэтому тут как повезет, да? Нет нигде надрыва, чтобы сделать... Нет нигде надреза, чтобы сделать надрыв. Поэтому мы сейчас с вами отрежем, открою, покажу. Она с зип-замком, что очень удобно, да? В бассейн с собой брать, на море, вот когда в поход там куда-нибудь идете. Вот это удобно. Потому что зип-замок, мы опять ее мокрую, да, что-то, ну, лучше, конечно, просушить положили. Я имею в виду, если это временное явление. И все. Вот как видите, сама мочалка. Мочалка обычная, в принципе, стандартная, как и во всех магазинах. Но фетиш ее в том, что здесь шарики. Вот такие вот шарики. Слушай, не, пахнет приятно. Банан с парфюмерной одушкой. Здесь их 8 штук, мы уже считали. Раз, два, три, четыре, пять. Слушайте, шесть, семь. Вот седьмой нашла. Седьмой. Семь, что ли? Все? Пожалели восьмой? Да, представляете, семь. Кто-то с девчонкой, я помню, тоже писал, что 7 шариков, а у нас было 8. Да, в банановый 7, представляете? Если я не пропустила нигде один, нет. Вот они, 7 шариков. Ну ладно, 7 так 7. Она завязана вот на эту же ленточку, на эту же самую. Она в процессе вот так сейчас подрасправится. Сколько-то шарик вылез, может, 8? Может, нет, 7. Нет тут больше шариков. И она может развязываться. Мы потом завязывали ее. Она достаточно мягкая, так обычно, она плотная. Она плотная, потому что магазинные, они такие прям совсем рыхлые. Это плотненько. В общем, Ксюша у меня такими мочалками моется. Я считаю, что это очень удобно, потому что она моется сама. И не надо никакой гель для душа там искать. Она взяла мочалку, помылась. Многие писали, как вы ее потом сушите. Потом просто ее на краник вешаем, да, она обтекает. Сполоснули под водой, пена сошла, на краник повесили, обтекла, и все, и повесили там дальше, куда нам надо, куда вам надо. Дальше взяла новинку от перхоти. Шампунь, я вам говорила, что буду мужу брать, потому что у него такое явление бывает. Это у нас 61,94, высота Маккинли. И артикул 27,59. Вот тот предыдущий страсть, который мы брали, мне очень нравится. Я сама им попользовалась как гелем для душа. У него обалденный аромат. И очень плотная гелевая текстура. Понравилось, действительно понравилось. Дам ему вот этот на тестирование, посмотрим, что получится, если будет тестировать. Привередливый такой, потому что, скажет, сейчас опять твой Faberlic. В тот раз перхоть еще хуже стала от серии No Snow. Здесь одушка поспокойнее, страсти прямо она такая, эх, страсти, да? Поспокойнее. И он, по-моему, прозрачный, если я не ошибаюсь. Тоже плотная гелевая консистенция, да, и он прозрачный. У нас с вами пахнет приятно. Таким мужским сладеньким парфюмом, скажем так. Ну, посмотрим, будет пользоваться, посмотрим. Вообще, мне кажется, серия неплохая. На волосах я у себя, конечно, ее не пробовала. Будем ждать отзыв мужа. Так, дальше.
Дальше я взяла новиночку вот как раз-таки третьего каталога, парфюм. Вот этот вот, меня кто-то спросил, почему красный. Ну, красный, он какой-то, не знаю, малиновый. Он явно не сиреневый и явно не фиолетовый. Это какая-то смесь цветов, я не знаю, малиновый с чуть-чуть фиолетовым, что ли, да, флакон. В общем, он мне понравился больше всего. Сейчас мы с вами потестируем, так, штрих-код у нас должен быть, штрих-код, QR-код, обязательно на каждом парфюме. Артикул полноразмерочки 3323. Сейчас попробуем, похоже ли с пробником. Я эти ароматы все, даже мужской, на себе носила в течение суток минимум. Тестировала на улице, на воздухе, в закрытом помещении. Раскрываются, не раскрываются. И они все достаточно интересны. Но вот как первое впечатление у меня сложилось, так оно и осталось. Мне понравился больше всего красный. Зеленый тоже интересный, но я в нем почувствовала сначала ландыш и какую-то зелень. Потом, когда потаскала, поносила, услышала вот эту ваниль, которая начинает все перебивать. Потом опять мне зелень. То есть они как-то играют, они такие многогранные, они достаточно интересные. Парфюмы нетипичные для Faberlic, поэтому мне понравилось, и я взяла себе красненький. Вот такая красивая упаковка. Давайте с вами тестировать аромат и флакон, сравнивать с пробниками. Ну, флакончики такие, скажем, бюджетные. Мне кажется, вот эта золотая крышечка будет со временем облезать. Ну, у нас с вами тематические парфюмы, да, поэтому по тематике очень даже неплохо смотрится в руке. Так, с других сторон все, ничего тут нигде больше нету. Артикула тоже на самом парфюме нету. TX, обычный такой. Да, Сатур у нас с вами тоже самый дешевый. Ну да, да, оно только гораздо насыщеннее, конечно, чем в пробнике. Класс. Не, мне очень нравится. Я здесь почему-то, знаете, что еще чувствую? Вишню. Сейчас я как забрызгаюсь. И по стойкости. Надежде у меня до стирки. То есть он, конечно, улетучивается, он выветривается, но надежде я его чувствую через день, то есть я принюхиваюсь, надежде я его чувствую. На коже самым стойким у меня был тоже вот этот красный, все остальные гораздо быстрее улетучились. Ну, это опять же, у каждого разный нос, разное обоняние, да? Вот. А надежды, ну, в основном все равно надежду с вами пшикаем, да, остальные места на теле, они как бы для более такого интимного разнюхивания, что ли, скажем так, девчонки, поэтому да, на улице выходим, все равно пшикаем. Мне нравится, на мой взгляд, вот этот парфюм красный, он самый восточный из всех этих четырех. Все остальные интересные, с какими-то тоже интересными восточными нотками, но именно вот восточный, он вот этот, поэтому взяла, конечно, его. Буду с удовольствием носить, потому что мне прям нравится, он интересный. И он тоже многогранный, у него много таких интересных нот, которые перекликаются. Поэтому понравился. Так, я взяла две упаковки ватных палочек, потому что зашли всей семье. У меня когда гостила свекровь, она сказала, какие они великолепные, мне такое тоже надо. Я заказала одну коробку ей отправиться и одну коробку себе. Мои уже заканчиваются тоже. Они хлопковые, а палочка сама бамбуковая. И она очень твердая, то есть ей удобно в ухе ковырять, в конце концов. Да? 910-254 артикул. Они у нас запечатаны, мы с вами вот так надрываем и открываем. Они классные, мне очень понравились, вот после них реально не хочется брать магазинные. Потому что здесь как-то вроде и ватка намотана аккуратненько, и ее не сильно много. То есть даже вот ухо ребенку, крестюшки я прочищаю, да, немножко слуховой проход снаружи, вполне себе удобненько и очень хорошо. Она не слезает, ее очень тяжело содрать, да, она намотана плотно. И вот эта вот палочка бамбуковая тоже твердая, классная, вот советую. Они, конечно, не такие бюджетные, как можно найти в магазине, но тем не менее. По распродаже по срокам годности, девчонки, за 20 рублей взяла крем для рук, как он называется, грушевое парфе, артикул 2557. Распродажи по срокам годности у нас для каждого склада свои, поэтому если она была у меня, не значит, что она есть у вас. У меня склад центральный. У нас сейчас там вот эта блажь, потом Softener BioGlow был за копейки и точечный корректор NFW. Вообще, надоели. Вот названивают эти банки, сил нет. Здравствуйте, говорит Ангелина Андреевна. Нет, говорю, не Ангелина Андреевна. Так, значит, вот у нас и опять, представляете, звонят. Хочется сказать плохое слово. Он у нас с вами до... Так, у него от 10 месяц 20 год, а срок годности... Представляете, какие настырные. Но не идиота. Вот сейчас возьму ведь трубку и матом скажу. Так, сколько у него? 18 месяцев. Получается полтора года. То есть 10 месяц 21-го, 11-й, 12-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. До апреля, короче говоря. Нормально. За расходы. Крема для рук много не бывает.
Так, девчонки, что взяла интересненького? Что-то я так подумала. Подумала, решила взять нанопемзу. Ее долго не было на нашем складе, когда она только появилась. Мне ее хотелось. Потом перехотелось. Потом посмотрела на маркетплейсах, она есть подешевле, можно найти. Но я как-то Фаберлик доверяю, во-первых. Во-вторых, я все равно потребитель, которому надо, ну, я так решила, надо делать заказ на 100 баллов каждый период. И что я буду там где-то еще брать, где на 50-100 рублей дешевле, если я могу взять Фаберлик. Притом я доверяю вот качеству самого пластика Фаберлик. То есть можно найти аналогичное, но оно как-то вот все равно будет похуже немножко. Нано-пемза, терка для стоп, артикул 910-194, я почитала отзывы, прям все великолепные. Говорят, лучше всего работает на сухую. Я попробую, конечно, вам потом расскажу. Не знаю, как насчет покажу, потому что процедура такая деликатная. Но расскажу точно. Ой, какая она прям терка. Слушайте, причем она практически гладкая, я вам покажу сейчас вблизи обязательно. Вся блестит, и вот здесь написано Фаберлик, да? В руке держать удобно. Вот она вроде как гладкая, а нифига она не гладкая. Она прям, она мне вот кожу даже с пальца сдирает. Ага, она прям такая, ого, слушайте, прям ого, прям жескач. Сейчас покажу. Вот, девчонки, как она выглядит. Ну, тут понятно, я вам уже показывала. Вот как бы вам показать, чтобы вы вот эти пупырышки увидели. Вот видите? То есть вот то, что там красное под ней, это, грубо говоря, так рисунок. А сверху, вот видите, вот эти пупырышки. И они вроде как она вот гладкая. Так вот не скажешь, что здесь на поверхности фокус что-то есть. Но тут есть пупырышки. Сейчас включу свет, понятнее будет. Вот, а видите, они вот как выбиты. Они как будто выбиты. И она прям очень жесткая. Вот я кладу на нее палец, и он с трудом едет, и у меня сразу слезает кожа с пальца. Буду пробовать. Обязательно буду шлифоваться, а вам потом рассказывать. Кетчупы, которые я набрала в прошлый раз в распродаже по срокам годности, у меня поели. Поэтому заказала кетчуп классический. Очень у меня его все любят. Говорят, что он самый вкусный. Я полностью согласна с ними. Артикул 160-50. Вкусный, классный, без сахара, с акзамом. Поэтому да. Так, Ксюша взяла пару бомбочек. Она у меня бомбочный маньяк вообще просто. Ну, вот эту мы все их с вами уже тестировали. Одна из Тора де Амора клубничная. Все классно бурлят, все хорошие, как бы все замечательно. Тоже, опять же, можно купить бомбочки дешевле, но не сильно. Сейчас везде так цены выросли, что, мне кажется, а Фаберлик, ну, там максимум на 10 рублей, наверное, что-то подросло, и то не все. Поэтому, а в магазин придешь, все, на все выросли цены, даже на бомбочки. Поэтому нет, выгодно быть Фаберлик. 27-18 артикул розовый. И вторую взяла лимонный, по-моему, бум. Да, лимонный бум. Вот этот интересный, который сначала не пахнет лимоном, а потом в ванной уже пахнет, раскрывается. Лаймом мне больше почему-то. 27-34. Они все такие с вкраплениями, бомочки Фаберлик всегда. Как, для такой ощущения, как будто там орешки, это кусок пломбира, и хочется прям кусануть иной раз, честно. Но красиво. Так, дальше. Я взяла вот такой вот спрей ароматический, потому что они мне нравятся, я их распыляю. У меня один стоит как освежитель в туалете. Вот этот поставлю там еще где-нибудь. Но мне нравится, и на одежду тоже. Так, это позитив. Позитива у меня, по-моему, еще не было ни в каком формате. Ни в формате спрея, ни масла, ни аромадиффузор. Кстати, про аромадиффузор не, больше точно брать не буду. Я туда сейчас иногда жидкость какую-нибудь подливаю, типа освежителя воздуха, могу духов капнуть, но она быстро испаряется. Все-таки та жидкость, которая предусмотрена для аромадиффузора, она, наверное, имеет какую-то масляную консистенцию, так быстро не испаряется. А любую другую, которую я не налью, прям уходит в момент. Так, это у нас позитив. Давайте потестируем. Хотя я сейчас прям вся в парфюме. Захар Эль Сахра. Красный, наверное, так называется, да? Артикул позитива я вам сказала. 167. Классный, порошком пахнет. И цветочками, и ягодками. Он такой вот, знаете, нейтральненький, потому что некоторые продукты из этой серии, они прям имеют насыщенный аромат эфирных масел. Здесь нет. Ой, вот это класс. Знаете, что напоминает? Опять мне напоминает цветение липы и аромат средства нашего для мытья полов. Вот эта вот зеленая нотка, цветущая липа. Ой, скошенная, свежескошенная трава. Ой, класс, позитив будет моим любимчиком, девчонки, однозначно. Вот прям на весну здесь есть зеленая нотка, позитив. Я балдею.
Если позитив смешать еще с красным парфюмом. Ой, какой он классный, да? Аромат свежескошенной травы, девчонки, вообще. Я тащусь. Поехали дальше. Дальше взяла мыло, кончилось на кухню. Взяла вот такое устраняющее запахи 5 в одном. Зеленый чай. Я не помню, брала его или нет. Что-то меня на зелень потянуло. Весны. Хочется весны. Заколебала этот снег уже. Такой зимы не было 100 лет, сказали. 302.12 его артикул. Ну да, зеленый чай. Но аромия лучше. Там зелени больше. Вот, поставлю. Будем пользоваться. Мне нравится это мыло. У меня оно действительно устраняет запахи. Оно классное, оно крутое. Все супер. Так, вот здесь два продукта. У меня знакомая попросила заказать. Это Гамаш Аксиологи кислородное дыхание. Я его использую на постоянной основе утром. И она тоже попросила заказать. 0,271. Классное средство. После него прям кожа как будто дышит. И она же попросила крем-уход для интимных зон заказать из серии Луника. Я эту серию не очень люблю из-за яркой отдушки. Потом у нее спрошу про этот крем, как он себя ведет и так далее. 26.02 артикул. Я брала средства из этой серии, но больше брать не буду. Вот именно из-за отдушки. И этот крем не брала никогда. Не знаю. Сказать не могу ничего. Гель для купания взяла, потому что привлекательная цена была. Это у нас с вами Faberlic Baby серия. Обожаю ее. Эксперт фарма. Артикул 16.41. Постоянно в заказах. У меня эти средства будут мелькать теперь долго, потому что маленький ребенок. И этими гелями для купания, либо для подмывания мы их как-то не разделяем. Мы пользуемся и с Ксюшей. И нас они вполне устраивают, и поэтому да, всегда в моем доме есть запас. Дальше, только вчера посмотрела Катюшку Матис, смотрю, она заказала себе вот эту щетку, тоже не брала ее, когда она появилась, решила взять сейчас. Я такая пишу: и Катюш, вот и прикинь, у меня в заказе. Так, захотелось, да, действительно, вот захотелось мне такую щетку, пусть будет. Артикул 910-187 этой щеточки. Давайте посмотрим. Лопатка мне для масок, собственно говоря, на другом конце, которая не нужна. Но, может быть, для чего-нибудь пригодится, потому что я маски все люблю наносить пальцем. И точка. Щеточка немножко помятая, силикончики пришли вот тут сбоку, да, и чуть-чуть подстерлась буковка «Р» на ручке Faberlic сиреневым написано. Вот тут в конце поюзанная немножко, короче говоря. Щетинки, ладно, они расправятся. Она такая деликатная, девчонки. Вот эту щетку прям смело могу рекомендовать девочкам с очень чувствительной кожей. Она щекочет. Она вот щекочет. Я люблю агрессивные, но я знала, что она не будет агрессивной, естественно, да? О! Все снимается, все можно снять, промыть. Как бы все отлично. Да? Это прям вот деликатное-деликатное такое очищение. Вообще все великолепно. А с другой стороны, вот такая вот массажная еще, да, видите, пупырки тут, пупырочки вот такие вот. Да, вот такие вот пупырки, вот они. Можно помассажировать. То есть удобно, когда все в одном. И умылась, потом помассажировала, нанесла сыворотку, кремчик. Здорово, удобненько, деликатно, щеточка смотрится очень симпатично. Можно подарочек взять на 14 февраля кому-нибудь, да, подружкам там. Хороший подарок получится. Так, дальше. Осталось чуть-чуть. Я взяла вот такую вот топ из новинок, да. Никакой информации на топе нет вообще. Хотя есть наклейка. Глянцевое топ-покрытие Gloss Up, артикул 78-28. Зачем взяла, если я делаю ногти? Да затем, что иногда мне надоедает, и я могу перекрыть их наклеечками Faberlic, могу блесточки добавить. А прозрачного, чтобы покрыть сверху, ничего нет. Поэтому взяла для этих целей вот такой вот топ, пусть будет. Понюхаем, что ли? Фу, живой ацетон. Живая жидкость для снятия лака, причем самая дешевая. Ну ладно. Дальше. Я так давно Faberlic, уже, наверное, 4-й год, мне кажется, да, и я... Никогда не пробовала маски из серии Beauty Lab. Никогда. Потому что мне не понравилась маска с углем. Мне это на работу, но там замучишься отмываться потом от нее и все вокруг отмывать. Мне нравится, с удовольствием пользуюсь крем. Да? А вот до масок дело не доходило, потому что они какие-то совсем не бюджетные. Мне все время жаба душила за одну тканевую маску, за одну процедуру такие деньги отдавать. Надо когда-то начинать все пробовать Faberlic. Пока в этом каталоге было мало новинок, я хотя бы затарилась тем, что давно было в хачухах. Да? Все три вида. Значит, первая — кислородная экспресс-маска. Будем вместе делать во влогах. Идеальный тон увлажнения. Артикул 0234. Так, это гелевая экспресс-маска для лица, лифтинг и сияние. 1044. Так, а это у нас матирование. Вот это должна у нас такая... Пыш-пыш на лице, пузырьковая, да? 10.43, кислородная экспресс-маска для лица, матирования и очищения. Вот это вот последний синий. В общем, будем с вами все три масочки пробовать. Мне очень интересно, на самом деле, чтобы тоже сложилось какое-то впечатление. И вам рекомендации давать, стоит вообще одна маска таких денег. Или ну ее... Вот.
Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой интересный заказик у меня был в этот раз. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. В следующем каталоге будут классные подарочки для новичков. Будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.